Знаменитая сеть фастфуда станет дозволенной для мусульман. Гендиректор сети кафе «Вкусная точка» Олег Пороев в рамках Петербургского международного экономического форума анонсировал введение халяльного меню. Напомним, в 2022 году компания «Макдональдс» открылась в России под новым брендом «Вкусно и точка». Пороев отметил, что компания подготовит для клиентов, исповедующих ислам, блюда, приготовленные исключительно из халяльных ингредиентов. В Духовном управлении мусульман России положительно отнеслись к инициативе. Гендиректор Центра сертификации и стандартизации халяль Придум РФ Айдар Газизов отметил, что халяльное меню существенно повышает популярность предприятий общепита. Ранее представители «Вкусно» и «Точка» выходили к нам с предложением о возможных перспективах сертификации данной сети на соответствие стандарта халяль. В настоящий момент они анализируют ситуацию на рынке по поставщикам. В целом, мусульмане высоко оценивают готовность данной сети сертифицировать продукцию по стандарту халяль. Газизов подчеркнул, что приверженцы ислама часто посещают «Вкусную точку», но не покупают гамбургеры и чизбургеры с говядиной и курицей, поскольку они не халяльные. На данный момент в этом кафе из основных блюд мусульмане могут взять бургер с рыбой. Представитель Дум РФ также сообщил, что в большинстве стран арабо-мусульманского мира такие точки общепита работают крайне успешно и очень популярны среди населения, поскольку учитывают особенности запросов верующих. Отметим, ранее в Казани два других гиганта в сфере фастфуда получили сертификаты халяль. В 2020 году несколько дозволенных для мусульман ресторанов появились у сети KFC, ныне именуемый Ростикс, а в конце прошлого года в Бургер Кинге.